Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сейчас речь пойдет о дынях, а именно, какая самая сладкая дыня в этом сезоне выросла на моем огороде. Скажу сразу, это оказалась дыня сорта Шаранте, или иначе говоря, Чарентайз. Всем дыням в этом сезоне пришлось очень тяжело. Была очень холодная весна, начало лета, очень сильно они отставали, но благодаря хорошей погоде во второй половине лета дыньки все-таки завязали плоды, и в достаточном количестве их удалось собрать. Не все, конечно, поспели полностью, в том числе и дыня Шаранте. Сначала никак себя не проявила, два плодика поспели первыми, у них подсохли хвостики, они были сорваны, опробованы, оказались довольно вкусные, но чуть-чуть недозрелыми. И вкус оказался хотя и неплохой, но, честно сказать, особо не впечатлил. Прошло некоторое время, и у дынек у всех уже засохла ботва полностью, и пришлось убрать их все до одной. И вот после этого две дыньки по внешнему виду оказались более зрелыми, то есть цвет такой серый, шероховатый, но видно, что они более поспевшие. И вот, когда эти дыньки были разрезаны и попробованы, сказать, что я был удивлен, это значит ничего не сказать. Я был просто поражен, насколько они оказались вкусны. Эти дыни оказались поспевшие полностью. К сожалению, повторюсь, их всего оказалось две штуки. Остальные тоже съедобные, но, конечно, не такие вкусные. Но зато спелые дыни в разрезе, они выглядят следующим образом. Цвет оранжевый, мякоть очень ароматная, очень сочная и просто потрясающего вкуса. До сих пор вспоминая вкус этой дыни, не могу отказаться от высочайшей похвалы дыньки этого сорта. За всю историю выращивания дынь, она насчитывает уже несколько десятков лет, только два сорта меня просто поразили исключительно хорошим вкусом. Это когда-то давно выращивал дыню Злата Скифов, и вот эта дыня Шаранте. Очень сладкая, очень сочная, очень вкусная, очень ароматная, но просто исключительно хорошая дыня. Так что вот такие бывают приятные сюрпризы. Я уж и не ждал в этом сезоне попробовать хорошую дыньку. Но вот все-таки дыня Шаранте, хотя и всего лишь двумя плодиками, но просто поразила и очень порадовала. Конечно, очень жалко, что спелых дынь оказалось всего две, но тем не менее это, я считаю, очень хорошо. Остальные плоды этого сорта тоже оказались не пропавшие. Их, конечно, тоже с удовольствием съели. Но, конечно, по вкусу они были не такие. Вот что значит настоящая спелая дыня. И поскольку этот сезон был, повторюсь, неблагоприятный, обязательно эту дыню буду выращивать и дальше. Если будет хороший сезон, надеюсь, плодов такого качества будет намного больше. Очень хочется попробовать эту дыню и в дальнейшем. Так что большое спасибо дыньке сорта Шаранте и тому замечательному огороднику, которая мне подарила семена этой дыни. Ну и в конце пожелаю всем выращивать дыни. Они частенько радуют спелыми плодами даже в таких сложных условиях, как в нашей местности. Желаю всем всего самого доброго. До свидания.